Как проходит жизнь в городских общественных организациях? Как попасть в международные детские центры «Артек» и «Орленок»? И как подружиться с ребятами, живущими в разных уголках нашей страны? На эти и другие вопросы в рамках всероссийского проекта «Классная встреча РДШ» ребятам из детского лагеря «Искорка» ответили активисты СДО «Сияющие звезды». В Дворце детского творчества есть лагерь для детей, и мы решили их немного развлечь и провести встречу вместе с Артем, на которой поделимся своими впечатлениями и опытом пребывания во всероссийских детских центрах. Это «Орленок» и «Артек». Для детей подготовили интерактивные презентации, в которых рассказали об истории лагерей, их внутреннем устройстве и различных тематических направлениях смен. Активисты поделились своим опытом пребывания во всероссийских детских центрах и рассказали о том, как можно попасть на смену в понравившийся лагерь, получить незабываемый опыт и познакомиться с новыми людьми. Мы хотим маленьким детям рассказать о том, как уже с 11 лет начать выигрывать туда путевки, какие конкурсные отборы проходить и, в принципе, рассказать им о жизни активистов. Дети внимательно слушали выступающих, задавали различные вопросы, чтобы решить, какой лагерь им понравился больше. Ребятам посоветовали активно участвовать в жизни школы и класса и собирать портфолио личных достижений, чтобы выиграть путевку в один из лагерей. Мне понравилось, как ребята рассказывали, с какой радостью они рассказывали, как им нравилось там, какие там особенности в этих лагерях. Я хочу поучаствовать в большой перемене, чтобы от нее как раз попасть в один из лагерей. В конце классной встречи ребятам, которые задали самые интересные вопросы, вручили памятные сувениры из лагерей «Артек» и «Орленок». Екатерина Шмакова, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».